Ребят, смотрите, вот эти две пальмы, они знамениты здесь. Здесь вообще их много вот таких вот. А эти две пальмы интересны, их называется пальма Карифа. Интересны они тем, что они растут где-то до 70 лет и цветут один раз в жизни. Цветение может произойти в возрасте от 40 до 70 лет, то есть в любой год они могут цвести. После того, как пальма отцветает, она погибает. А смотрите, что здесь сделали дальше. Вот эти вот листья, они обнутые. Вот так эти деревья, остатки они зеленели сейчас. Сейчас можно использовать в качестве лестницы. Можно залезть, фотографировать по одному, по двум, семейное фото сделать. Пожалуйста, две пальмы и использовать фотографировать. А сзади половинки стоят, они классные. Они живые, тоже можно здесь фотографироваться. Фотографироваться. А как эти пальмы называются? Карифа. Карифа? Да. О мудах не спорят. Всегда найдется повод для разгрузки. Под поясницей место для шлепка. Вот так и выписал король французский австрийскую принцессу для сынка. В то время при дворе блистала дама, хотя не шла в сравнении с Помпадур. Во всем Людовик гнул свое упрямо, но перед ней склонялся самодур. Принцесса, впрочем, оказалась прыткой, и на балу, смеясь над фавориткой, в неполные свои 16 лет, сказала вдруг и не совсем чтоб тихо: «Советую переменить портниху. На вас такой безвкусный туалет!» Это очень далеко, Наталья. Светлана Ивановна, сюда. Пальма называется Карифа. Так, с кем полетели?